проверить свое здоровье и предупредить развитие хронических заболеваний жителям Бердска и Искитима предлагают в лаборатории «Гемотест». Только до конца года во всех филиалах базовые анализы по специальной цене, а также бесплатная консультация врача-терапевта-кардиолога. Лаборатория «Гемотест» предоставляет уникальную возможность сдать 3 базовых анализа всего по 190 рублей. Акция действует в рамках программы «Здоровая страна». «Здоровая страна» – это комплексный проект, направленный на скрининг и раннее выявление заболеваний. Основа программы «Здоровая страна» – это 3 базовых анализа, универсальные лабораторные тесты, которые регулярно важно проходить всем людям, независимо от пола, возраста, особенно тем, кто перенес COVID-19 даже в легкой форме, а также всем пациентам, которые страдают какими-либо хроническими заболеваниями. Комплексы анализов, позволяющие оценить общее состояние всех систем организма и выявить возможные бессимптомные нарушения, разработали медицинские эксперты лаборатории «Гемотест». 3 базовых комплекса. Первый – это скрининговое исследование сердца, сосудов, профилактика инфарктов, инсультов, атеросклероза. Второй комплекс – это комплексное исследование обмена веществ и контроль риска сахарного диабета. Третий – это скрининг печени, почек и также диагностика анемии, контроль общего состояния организма. Лаборатория «Гемотест» ценит время каждого пациента, поэтому за результатами анализов не обязательно приходить лично. Учитывая ваши пожелания, специалисты пришлют их на вашу электронную почту. Несомненным плюсом для посетителей лаборатории «Гемотест» также является возможность посетить консультации врача абсолютно бесплатно. Акция действует до конца этого года. В рамках акции «Здоровая страна» в гемотесте на Комсомольской, 13, ведет бесплатный прием врач-терапевт-кардиолог по пятницам с 9 до 12. Врач консультирует по анализам. Позаботьтесь о себе и своих близких вместе с «Гемотест». Станьте частью здоровой страны. Отделение лаборатории «Гемотест» расположены в Бердске по адресам: улица Ленина, 52, Красная Сибирь, 101, Комсомольская, 13, а также в Искитиме по адресу улица Пушкина, 42.